Ну, я должен начать с этого расизма, который меня обвинили. Ну, может быть, я не совсем так высказался, но смысл моего высказывания был в том, что я как бы хотел бы, чтобы президентом был бы Грузии, был бы грузин. И если он не совсем грузин наполовину, то он не скрывал бы это. Была моя такая фраза, что он грузин, он армянин, я сказал в своем интервью. Это совершенно не было оскорбительным, если любой армянин, положа руку на сердце, скажет, что он мечтает иметь президентом грузина, или русский сказал бы, что он мечтает иметь президентом грузина, то я тогда принесу глубокие извинения. Я уже приносил эти извинения армянам, моим друзьям. Я считаю, что это просто, может быть, как вот недавно на Каннском фестивале Ральф фон Триер как-то не очень ловко высказался о гитлеровском периоде Германии. Его объявили персоной нон грата. Но я смотрел это его выступление. Тоже была пресс-конференция. Когда он сказал не очень ловко эту фразу, он тут же осекся и про себя сказал: «Боже мой, что я сказал?» Смысл его выступления, конечно, был в том, что до сих пор мы не можем хорошо прояснить себе, в чем дело, что произошло в Германии. И он как бы говорит, что это надо этот вопрос заново как бы просмотреть. Потому что мы видим в разных странах возникновение, если не фашизма, но каких-то попыток, но обратиться к самой ужасной форме, которая возникла и сформировалась в 20 веке. И мы видим следы этого и недавних событиях в Норвегии и террористических актах. Но я думаю, что это просто, или может быть, я совсем не думаю как-то, не имел в виду расизм, потому что я воспитывался в Тбилиси. Тбилиси действительно интернациональный город, здесь на площади радиусом 100 метров находится мечеть, синагога, армянская церковь, грузинская церковь. И в доме, где я воспитывался, в таком итальянском дворике, было множество разных наций. Я сам неплохо говорил, просто сейчас подзабыл по-армянски, потому что мои друзья в детстве были армяне, у меня тетя армянка. Так что я не хочу сейчас предстать перед вами как лицо, которое оправдывается, потому что это абсолютно не содержится во мне. Но не имея конкретных причин к моему снятию, правительство, видимо, решило подкинуть мне вот такое ужасное обвинение. Но я не думаю, что, даже если вы хорошо исследуете мои высказывания, что за это можно снимать человека. Я, конечно, уже снят, и это уже другой вопрос, что произойдет дальше. Но, в общем, это, мне кажется, ерундой, потому что они действительно сняли меня за то, что я в последний период особенно начал высказываться довольно откровенно, я бы сказал бы, даже максимально откровенно. Так что наше правительство не выдерживает никакой критики, элементарно. Недавно я со своим другом вспоминали новое платье короля, если вы помните, наверное, помните сказку Андерсена, где королю не говорят, что у него никакой одежды нет, боятся просто ему сказать, что он гол. И пока это не скажет, когда он уже шествует по улице абсолютно голый, пока ребенок какой-то не крикнет, что король голый, до этого никто не осмеливается это сказать. И вот тогда уже становится ясно, в чем причина его
такого позора. В грузинской прессе остроумно отмечено было, что власти перешли Рубикон после того, как издали это постановление. Как вам кажется, какое будущее ожидает других выдающихся деятелей культуры, которые займут независимую позицию? И не собираетесь ли вы поставить спектакль «Новое платье короля»? Ну, наверное, нет, но это событие, которое произошло, оно, естественно, оставит какой-то осадок в моей душе. Я, когда что-то поставлю, наверное, не так прямо линейно, но все-таки постараюсь это учесть. Когда я ставил в Лондоне Гамлета, в двух рецензиях я прочел, это было во время войны в Тбилиси, я вдруг прочел в рецензиях, что это спектакль о Грузии, хотя абсолютно никакого отношения к Грузии не было, и, видимо, журналисты знали, что происходит в Грузии. И, видимо, это все-таки выразилось каким-то образом в этом спектакле. Дания тюрьма и так далее. Ну, я не могу сказать, что я буду делать, какие спектакли. Мне сейчас хочется очень веселиться, поэтому, наверное, это будет веселая комедия. Откровенно критикуете политику и действия президента Грузии. А готовы ли с такой же максимальной откровенностью высказывать свое мнение по отношению к политике руководства России по отношению Грузии, тем более, если вы будете находиться в Москве, вас об этом будут часто спрашивать. И если вы готовы, то ваш прогноз, какие будут действия, или вы только политику президента Грузии, руководство Грузии критикуете? Ну, я сейчас вспомню старый анекдот, когда какой-то представитель властей приезжает в Америку, и рядом с Белым домом большая демонстрация, которую кричат «Долой Буш». И американец говорит русскому, что советскому, вот посмотрите, какая у нас демократия. А тот отвечает, у нас такая же демократия, приезжайте, выступайте на Красной площади, долой Буша, никто вас не арестует. Так что я в данном случае считаю, что есть какая-то, знаете, моральная какая-то сложность, когда ты приезжаешь в другую страну, и приступать сразу к критике того общества, которым ты же должен заботиться, жить. И как-то должен еще иметь на это право. Со стороны Грузии, если я в Грузии, я могу сказать что-то нелицеприятное, может быть. Тем более у нас была война, тем более, когда сейчас ты останавливаешь русского на улице, он говорит, что второй враг, номер два враг России, это Грузия. Значит, до чего давили людей, что они предполагают, что Грузия и грузины – это враги номер два, после Америки, естественно. И когда их спрашивают население, каково Грузии, они говорят 40 миллионов, потому что они не могут представить, что враг номер два может оказаться 4-миллионной несчастной страной. Поэтому вот эту часть я бы отсюда критиковал бы, но туда приезжая уже как-то ты не совсем себя ловко чувствуешь.